Якорь бросай, якорь, якорь. Мы уже проплыли 10 метров, блядь, вон там. Там моя такая, отпускай. Стали? Да. Точно? Ну и нормально. Ну и все, сейчас он туда, он надо покидать. Вставай, вставай, не ленись. Чуть-чуть стригавка. Не особо. Там так ее не могут. О, 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 идет. Русский идет. Возьми сачок. Сачок возьми. Давай, давай, быстрее, Руслан, Руслан. Сошла, сука. Нет, вот она. Небольшая. Вот. Ага. Сейчас стой. А, в жабы. Держи спинку так. Просто держи. Ну, в глаз он и просто. Подожди. Еще ж тебе говорю, он здесь будет. Сейчас подожди. Сейчас подожди, Руслан. Да. А? А, это? Тобой? Да. Да нахуй надо? Морать ее только. А? А мне куда? Чё куда? Блять, ты же отпускаешь, нет? Как это отпускаешь? Не отпускаешь? Ну конечно. Я думал, ты вообще рыбу не ешь. Я тебя как-то спрашивал, ты рыбу ешь? А тебе лучше отдал. Блин, я ж чуть после был. Котлеты с них вообще обожаю. Отпускаю. Говорил вот здесь вот. Да. Вот сюда сейчас кину. Тут там. А у вас чебак идет? Вообще нету? Никого? Ну здесь уже дня 4 такая фигня. Идите вон там ротанов хоть половите. Ага, я тоже взял ветку. Я вообще, если честно сказать, раньше ленился сильно снимать, даже когда у меня и большие щуки попадались, я камеру только потом старался доставать. А так процесс я не снимал. У меня, видишь, батареек мало было. Конечно, вот. Вот это, ну это что, карандаш, я говорю, громно. Вот эти, может, 350-400. Ну и то, это все, это меня уже обрадовало. Это уже здесь есть рыба, значит, и она идет. Значит, ее просто надо звонить и звонить. Где-то крокодил должен быть. Крокодольчик. Да ёпта. Самое главное, это не лениться. Не лениться, кидать и ждать просто. Набраться терпения. Чё думал, тебе просто приехал, блядь, кидаешь и кидаешь, как с холодильника. Ага, прямо. Ну. Тут надо поработать, постараться. Не падать духом. А в процессе оно тукнет. Как говорится, под лежачий камень вода не текет. Сейчас я вот сюда дзякну. Вот сюда вот так. Хопа. О, правильно, я вот тоже сюда думал кидать. Видишь, на железячку взялась. Что-то оно у меня не тонет, травы набрал. На лоб, да, пока на мой. Возьмется.
Возьмется, она охотно берется тоже. Такой... Просто ты еще к морде не подкинул ей. Симпатичный. У такой. Тебя, да, классный воблер. Прям нормальный. Если он туда сейчас херакну, где и вытащил. У меня еще вот сюда вот мыслишки есть покидать. Только вот мы лишнего проплыли, она вот там под кустами стопудово есть. Он под тем, под зеленым кустом. Вот который за сухим, он там. Там есть стопудово. Да. Дерево он под куст. Вот там, да. Да там тоже должна быть. Он в том окне. В кармане в том. Оттуда вот так. Ух ты, блядь, нихуя. Фу, блядь. Я думал, дар, прикинь. Я думал, она еще в воде близна. Я не видел даже, что она вышла, прикинь. Я думал, тупокнула. Ну, я думал, удар, прикинь. А она, свинник, я на твою смотрел. Вы в большие туралы съездите, там карась клюет. Вот так. В больших туралах в самой деревне. Там вот так вот ловят. Там ведрами его ловят, карася. Там со спиннинга с середины большие лапки под килограмм идут. А такие вот, ну, грамм по 300 на удочку идут, хорошо. В самой деревне. Там народа по человек 50. Даже можете сейчас прям туда. Она вечером классно идет. Белый карась. У нас бензина нет, мы бы там были. Что говорите, у вас там щучина была? Тетя, ах, куст. Фу, хорошо, хоть блесна не сильно тяжелая. Так бы она у меня туда залетела. На щуку? Там. А кто там будет? Там карась, если пойдет, хули им щуку искать. Ребята, ловят, да и тут же короче. Пропивают. Дают, да, прям. Там такие гоблины ходят, выделители. Да. Смеялись бы. Да. Друг на друга там этот, без фурмани, короче. Да. Дурачки, а хули им там еще заниматься тем? Кто-то там ходит, орёт. Да там дурачок же был. Больной, короче. Да. Одна палочка осталась. Зарядов. Больше нет. 4 батарейки у меня было. Еще 3, наверное, осталось. О, ну куда? Куда? К березку. Ага. Блять, опять у меня зашла это. Поводок. Угу. Ух, нихуя себе. Щука? Да. Вон она прыгает. Она два раза, Руська. А что это? Ну надо гонять мальку. А ну-ка давай-ка туда. Ребята плохо вы не видели это. Держи. Держи мой спину, стоп. Держи якорь, возьми. Так, куда же подплыть? Туда? Вот так я буду, туда. Давай, поднимай. Сейчас либо тебе, либо мне повезет. Видишь, я хотел перед этими кустами остановиться, но ты не вовремя якорь киданул. Я скажу тебе так, я научился от тебя, не надо говорить по-любому мне или тебе. Про чё? Ну как ты мне говорил, помнишь? Не, а, не ну. Да, сейчас давай вам к тому кусту, правда, и там можно будет прозвонить. У тебя как раз не тонущая, можно туда так чук-чук-чук, прям под куст. Да не хорошая такая же. Да, он больше, чем там. Не, вот я говорю, как вот это. Как моя. Все, бросай. Далее. Так, спиннинг нет.
Вот здесь где-то оно было. А вот сюда пока. Я просто не кидаю туда, потому что ты спереди стоишь. Травы цепанул. Кинь прям вот сюда. Вот. Давай, блядь, вот сюда. Она же тут была. Вот и потихонечку, медленно так дерни, отпусти. Дерни, остановись. Как я той хуйней работал неутопляемой. А? Ну-ка, сейчас я вот сюда. Почти куда хотел. Угу. Вот сюда и надо было. Потихонечку. Не вытягивай быстро, Руслан. Я тебе говорю, пускай она остается на плаву. Она у тебя не тонет. Это мне блесну надо тащить. А у тебя так, подыгрываю вот так, еще вот так поддергивай. Потихонечку. Сантиметров 10 протянул, останови. Ну что, друзья, все видели, как я сейчас щучку поймал? Как бы все видели. Я надеюсь, что все нормально было видно. Ну, какая-никакая, но это щучка. А он видал, бобры погрызли прям ветер. Вон, видишь, колышки торчат. Стоят колы. Ага. Ну вот она. Хабуль. Вот она моя щучка. Чуть-чуть дергаешься еще. Сейчас мы вам покажем, друзья, я продемонстрирую. Что вы можете по этому поводу сказать, Руслан? Начало есть, самое главное. Да. Сам процесс. Оторвались от нуля. Так. Ну все, нормально. Какой у него запах. Свежий рыба. Да. Свежее мясо. Нравится. Ну, кому не нравится-то? Всем нравится. Ну, это еще отличительный есть запах. Вот если это конкретно травяное место, угу. Там вот ты ее пушишь, она травой пахнет. Да. А вот тут такая вот речная. Хорошая вещь, да? Ну так сделай, чтобы видно было, что потом можно было фотографию сделать. Глаза не видно. Пониже возьми пальцами. Да. А можно и сфоткать. О, мало тут глаз. Да ладно, хер с ним, нормально. Я уже переключил. Все, давай, не ленимся. Уебет за руки. Щука. Да ну? Тут только нахуй лось всплывет, какой-нибудь укусит.
Ну-ну. Так, аккуратненько. Так. Во, бля. Ты же завтра поедешь. А может быть... Ну, не факт, конечно. Может... Ты можешь сейчас протопопу позвонить? Нет, ну вечером позвоним. А, завтра вообще, утром. Не, вообще, позвонить ему не можешь сейчас. Задание ему надо дать. Это, блядь, телефон у меня на стене. Ну-ну. Это. Короче, мне надо кедра. Примерно вот такой толщины, 3 метра. Ну, метровыми бревнышками. Три бревна. Кедров? Ну, да даже можно 70 сантиметров. Можно 4 штуки. Да я хочу биты сделать. Резные. Чего? Просто. Мне кедр надо, блядь. О, блядь, Так, сейчас серединку подзвоним. Дадим ей утонуть. Ну? Ну, 3 штуки хватит. 3-4. Ну, можно и 5. Там все равно бревно свалишь, она. Ну, примерно. Не, это сильно толстый. Ну, вот такие вот, да, подбито с 1.5 толщиной. Классно, ну. Классно киданул. Ты еще дальше куда? Ну? Вот все пришли прямо у берега, блядь. Да. Вообще туда надо стрелять. Ясно, понятно, там трава. Куда? Да? Бля, я траву в саму закинул, подожди. Стой. А? Не-не, всё, стой. Отчаливай, да? Да, поднимай якорь. Поднять якорь. Да. Прикинь, сколько щуки поди тут стоит. Чё, в глубине думаешь? Конечно. Всё, нас сейчас понесёт. Или чё? Или проплыть на моторе? Держи.
попробуй, Яков. Засай. Зацеп? Нормально? Да. Ну и все. Отлично, поверни два. Нормально. Да, вот так. А, там малька была, блядь. И трава. Сука. И трава идет. Что у тебя веревка метр? 11 или 12? Это вообще трос 6-тонновый. 6 тонн держит. 6 тонн трос держит этот. Да. Там доступа нету никакого. Только если на лодке. Но я до туда не дотянусь. Угу. Сейчас дам утонуть ей посильнее. Порядники это хорошо. Туда. Вытащил. Да знаешь, такой заброшка. Угу. Да, угу. Блять, на вот. Да. Опыт не пропьешь и не покуришь. Да. Где же мой крокодил-то, бля? Я прикалываюсь. Ерунду сейчас я говорю. Крокодильчик, ага, такого не видишь. Такого, что по шлотку нахуй за собой потаскал. Минут 10. Стилем его потом делить. Но. Голову на трофей. Да. А там, ну, не вкусные такие огромные, да? Или... На котлеты. Нет? На котлеты. Да. А маленькие, все офигенно тоже. Ну. Чистить только их, потому что подготавливать на котлеты неудобно. Угу. А так сочненькое мясо, молоденькое. Странные дела творятся тут. Сейчас вот тут проверим, что есть. Я сюда первый раз был кинул, сейчас опять зацеп у меня травяной. Сейчас.
туда я и хотел. Сука, трава, бля. Но самоубийца. Камикадзе. О, правильно. В этом еще хороший вариант. Заливина, знаешь, как на поле? Нет, там не было ни разу. Трубы. Там монстр ловит. О, жалко. Это она? Нет, я. Ну ты чё, вон там, блядь? Нет, я. Да вон там, за кустом. А, пошли туда, якорь подними. Она прям хорошая, блядь. Это не я, да? Конечно нет, ты чё? Блин, как бы клет. Идём. По-другому никак. Тут не видно, что рыба есть нафиг. Тихо, 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 не греми. Ты его зря в лодку. Вода натекёт же. Да? Конечно, нафиг надо. Так, сейчас уже скоро будешь скидывать. Капелька, капелька. Вот где-то тут есть. Да. Ну да, здесь. Вот здесь я, я рыбачил здесь. Ставь. Якорь, якорь. Весло, весло. Якорь, весло, весло. Вот здесь она где-то бабахнула. Вот тут. А может и чебак. Хуй его знаю. Ребята везет. Да. То железку, блядь, то.
улице. Да там прокидывает, там видишь, кто-то ходит. Там пошел кто-то на пешком. На пешкары. А вот тут ты подойдешь, заметь. Конечно, тут через траву кидать вообще херово. Пускай якорь. А? Да. Может, кто в болотниках и доходит? А? Чё? Да узнаем ещё. Трава, блядь. Да вон они сидели, я их вижу отсюда. Ну, на стульях. Да это мелкая. Да это чебак. Чебак? Конечно. Сейчас вот чебак плеснул слабо. Ты наблеснул? На здоровущую, походу. Ну да. Да. Вот, ну, вот это пробуй, да. Все, поднимай якорь. Куда? Поедем. Ну, вон туда, вправо пойдем, к кустам. А туда? Ну, попробуем туда. Спиннинг ложь сразу. Нет, нормально его ложь, чтобы он под сиденьем был. А-а-а. Смотри, там зацепляешься. Вижу. Так. Чё-чё, я это вижу. Куда? Туда сейчас и пойдем. Пойдем. Смотри, там травы нет.
коряги или что там. А там походу дамба, нахуй, мы над дамбой хуй пройдем. Давай ее обойдем, нахуй, лучше. А? Куда? Не, мы вон там сейчас попробуем. Держи. Якорь бросай, оп, мало глубины, добавь. Что, не хватает? Или мы стоим уже? Нет? Все? Встает? У меня там глубина. Встал? Нормально. Ты прикинь, что здесь какие крокодилы могут быть. Тут их надо вызванивать сейчас. Да мало ли, могут. Ты чё, куда бы они делись-то? Самое главное их поймать. Да, попробуй, потопи его. Да. Прям давай ему и по дну походи. Все. Да ты нахуя сюда, ты в глубину кидаешь? Конечно, ты здесь корягу поймаешь. А там прям, да ты не туда, не к дамбе. Надо было вообще как захуярить его туда, дать прям на дно лечь и потом продергивать его сантиметров по 30, по 40. Это же донная приманка. Ее на дно ложат и по дну таскают, это джик. Хочешь, я тебе покажу, как ей надо? Просто сейчас смотри на леску, как она остановится прогружаться. Не здесь, смотри на носик. Смотри, вот я тебе сейчас скажу, как она утонет. Вот утонула. Все, закрывай. Теперь протяни ее сантиметров 30. Остановись. Пошел. Остановись, дай ей опять упасть. Вот так вот и играй. Это донная. Здесь может и судак быть. В этом-то раздолье тут вообще вся рыба должна быть. Тут и лещ, и все, и щука, и даже стерлядка заходит. Хуя у меня, а леска не вся еще. Че там? Ничего. Интересно, поймали, что, нет? Утонул? Да. Точно? Да. Ну и все. Тут вот эта дамба-то высоко стоит. Она метров 5 нахуй утоплена. Прикинь? Вода какая большая.
Что? Да это бесполезно. Конечно. Все, топи ее, топи. На Иртыше? Да они везде на Иртыше есть. Они на Иртыше везде есть. Где глубина, где обрывы рядом есть, там она и есть. А так бесполезно. Где мелко. Че? Ну ничего. Там вот, я так думаю, можно, где трава. Да там подход есть. Там же вон островок, там на машине доезжаешь до туда. Да и тут везде пустые есть. Ну ты понимаешь, здесь ты видел, какие кусты, здесь сильно-то никто не кидает. А там остров, там прям рядом с берегом, там кустов нет. А здесь кусты. Да и мы в глубине ставим, кидаем. Нормально. Че сейчас доматывай, поднимай. Доматывай, поднимай якорь туда дальше, отойдем сейчас. Дальше проплывем, чем ты закинул, чтоб нам оттуда можно было до сюда докинуть, где ты кинул. Туда куда-нибудь проплывем. Здесь должна быть щука вообще классная. Просто нам надо ее выцепить. Она стопудово уже, блин, раз по пять нахуй возле наших блесен была. О! Ёбаный рот, нам же можно камеру опустить. Проверить. А бог стоит? Я взял. Давай. Подожди, стой. Ну-ка, давай-ка отожди вот здесь блесну мне. На блесенке.